Чем только дети сегодня не занимаются в кружках. Они шьют, мастерят, лепят, рисуют, поют, танцуют и даже создают мультфильмы. Кстати, создание мультфильмов – это очень интересный процесс. Для открытия детской мультипликационной студии не требуется большой стартовый капитал. По сути, такая школа является одной из разновидностей многочисленных школ творческого развития детей. Однако, в отличие от последних, мультипликационные студии пока еще не столь распространены. И тем не менее, у нас в Приднестровье, в Рыбнице, одна такая студия есть. И прямо сейчас мы познакомимся с юными мультипликаторами. Этот мультфильм создан не на студии Walt Disney или Warner Brothers. Настоящая киностудия «Солнечный городок» работает в обычном детском саду города Рыбница. Здесь дошколята проходят практически все этапы создания мультфильма. Изготовление персонажей и декораций, анимация, озвучивание и режиссура. Я думаю, что каждый из нас в детстве мечтал о своем собственном мультфильме. А ведь для этого нужно не так уж и много. Золотые руки и вот самые нереальные фантазии для сюжета. В планах у малышей-мультипликаторов сделать очередной мультфильм. Для начала они придумывают сюжет, разрабатывают сценарий и делают раскадровку. Семилетней Насте особенно нравится быть сценаристом. Вместе со съемочной группой девочка решила, их мультик будет добрым и наполнен волшебством весны. Наш мультик называется «Весенние чудеса». Главная героиня – Весняночка. Это задорная, веселая кукла, которую дарили на приход весны с пожеланиями любви, здоровья, счастья. Дальше не менее творческий процесс – создание героев и декораций. Материалом для этого служит обычный пластилин. Каждый внес частичку своего труда и фантазии в создание весеннего пейзажа. Я сегодня делала солнышко. Солнышко у нас первое появляется в мультике. Своими лучами оно согревает и улиточек, и весняночку. Я слепила улитку, и она будет выходить к весняночке. Мне нравится делать мультики, потому что там все интересно, и можно подвигать, можно снять это все. И вот на съемочной площадке начинаются чудеса. Лучик за лучиком появляется солнышко, цветы, и весняночка начинает танцевать. Такой прием называется стоп-моушен-анимация. Руководил процессом через объектив фотокамеры будущий оператор Александр. Я сегодня был аниматором. Аниматор оживляет героев мультфильма. Мне нравится делать мультики, потому что тут ты можешь слепить что-то, поменять что-то. Когда я вырасту, я стану оператором, буду снимать большие фильмы. В Рыбницком центре развития ребенка пластилиновые мультипликации дети занимаются под руководством Ольги Шинкарук. Разработанная воспитателем авторская программа пока не имеет аналогов в Приднестровье. Помните, у нас в детстве были на блокноте, мы рисовали галочку в разных движениях, а потом перелистывали, и получалось движение. Так прошла идея. Мы начинали с малого, с простого, обыкновенного волчонка, который вылепили за 2 секунды ребеночек. Мы прикрепили иллюстрацию художника знаменитого «Зимний лес» и двигали. Попробовали, получилось. Потом мы начали усложнять сюжет. Так и выработалась методика постепенно. На счету этой киностудии уже несколько сборников мультфильмов. Первыми и благодарными зрителями являются родители малышей. Создание мультфильма – это очень кропотливый и творческий процесс, на который уходит около 3 месяцев. Один из последних этапов – подбор музыки и озвучивание. Актрисой дубляжа сегодня будет 7-летняя Маша. Уж очень девочке нравится сцена. Я люблю разные стихи рассказывать, петь люблю. Я люблю, когда мои герои, что они говорят моим голосом. Героиня Весняночка похожа на меня, потому что она веселая, добрая, задорная. Зима, старушка прячется в сугробах и в лесу. Не хочется пускать наш край вновь весну красну. Она нам пусть и в холоде сожжет, чем ветер дом. А мы ей нашу песенку весеннюю споем. Кап-кап-кап, звенят сосульки весело. Кап-кап-кап, весна-весна идет. Занятия в студии мультипликации позволяют каждому ребенку реализовать свои фантазии и самому стать создателем фантастических историй. Так в игровой форме одновременно осваиваются многие виды искусства, развивается креативное мышление и воображение.